Всем привет, народ, с вами Алекс Механик. Всем привет! Мы продолжаем играть в КРМП на сервере Радмир РП, сервер 4, ссылочка на сервер в описании под роликом. Также там есть наши ники, которые можно указать при регистрации, нам за это капнет денежка. Или уже указать промокоды, и денежка капнет тогда и вам. В любом случае, вам капнет денежка, и нам капнет, всем капнет, короче, пацаны, давайте. Да, снимайте. Тут, кстати, все просили привет передать, особенно Никита Живчик, привет тебе. Никита Живчик, привет. Вова Старк, привет тебе. Алекс Фреш, привет тебе. Алекс Рашид. Механик Ютуб, тебе тоже привет, но я бы не передавал бы механику. То привет. Есть ты не этот, как бы, не это я самое. Не такой, как ты. Понятно. Бери Газель, Гонзель бери. Гонзель. Бери Гонзалес. Короче, давай по-нормальному эвакуировать тачки сегодня. Хоть надо, хоть одну нормальную серию сделать. Смотри, все сразу попрыгали. Ты что, дурной? А? Как это по-нормальному? Которые неправильно стоят. Серьезно? Мы ни разу не показали, сколько тачек можно. Понимаешь, за это деньги платят вообще. Но мне ты ничего не платишь. А я не хочу быть ментом, если что. Мне писали, типа, стань тоже ментом и будешь тоже, типа, там, получать за это бабки. Ну, как бы, ну... Понимаешь, ты не хочешь быть ментом, это ты на видео это говоришь. А без видео ты мне говорил, ой, я так хочу стать ментом, потому что денег тут можно нормально заработать. Ну, я как бы и так хотел бы зарабатывать без, ну... Вот. Ну, АК на обочине. Она бандитская, она бандитская. Бандитская АК, блин, да она стоит дешевле, чем ему ее выкупить стоит, понимаешь? В чем херня? Ему со штрафстоянки ее дороже забрать, чем она стоит. Ну ладно. Ты посмотри, что это такое? Вот это что такое творится? Я не понимаю. X, я не знаю, что это X. Он сигналит. Я ему напишу что такое. Напишу сейчас. Что случилось? Что это за Warface тут? Сема какой-то. Сема. Сеня. Передай привет и помоги. Сема Ковалев. Привет тебе. Как там в песне? Выслушай, Сема. Прошу, помоги. Сема, передаем тебе привет капитальный. Помогаем. Помогаем всем, чем могим. Всем, чем могим. Могим. Помогаем многим всем, чем могим. О, москвич, блин, бедный. Вот, смотри. На тротуаре стоит. Или это чувака. Да. Же москвичу надо, наверное, помочь до СТОшки доехать, да? Давай поможем москвич отремонтировать. Сейчас я его отремонтирую, смотрел, подожди. Он с трудом ползет. Стой, я отремонтирую сейчас. На ходу ремонтируй. Стой. 200... О, 368, да? Наверное, не знаю, не проверял. Фикс-кар 368. 369. Значит. Кому-то тачку отремонтировал. О, все. Новенькая у меня. Все. Чувак, он, наверное, не понимает, что происходит. У меня так, нужен 400, 480. Давай я тоже подремонтирую ему. Алекс. О, так он нас знает. Привет. За мной просто так отдам. Поехали. Че? Он что-то отдаст нам, поехали. Или ладно, давай, подожди, вот сейчас опять начнется вот этот бред. Давай мы закончим то, что хотели. Давай мы сегодня будем действительно эвакуировать машины, которые неправильно... Да. Он возле банкомата. Ух ты, ни хрена себе, что это за говно? Это теракт какой-то. Это танк, ебись оно конем. И куда он делся? О, вот он, ни хрена себе. Дядь, он нас сейчас выетает. Подожди, я сейчас его оттачу. Ты не сможешь, в нем кто-то сидит. Они все друг друга выкидывают, кто-то дал танк. Михалыч! Подожди, я должен сесть в него. Ты должен угонять его. Давай, быстрее, 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 быстрее. Ну, уезжает. Ну, а ты едет далеко, кикнешь водителя этот, и сядешь в танк. Меня сейчас задавит нахер он. Это ж танк. А лол. Там... Да иди ты нахрен. Куда он попер? Он в тебя стреляет, что ли? Да. Он сейчас собьет меня. Перда мне. Стреляет прям в меня, прикинь. Так. ДЛ 135.
Блин, я сейчас сдохну, кажись. А, фикс кар. Давай, я хочу танк. А я не знаю, кого я бы кикнул. Слышь, давай покикаемся. Да, да, сука, я сажусь. Танк мой. Едь, 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 уезжай отсюда. А там Ирак какая-то за рулем. Нет, это я. Ну, а чё стоишь? Я еду. Сервер закрыл соединение, фак. И танка нет. При продолжении вы будете отключены от сервера, прикинь. А я езжу на танке, короче. Ну перезаходи тогда. Блин, ни хрена он взрывает, жесть. Но танк это весело было. Походу кто-то или читак, или кто-то откуда-то ж его взяли, что на нем каждый может кататься. Блин, сейчас я повзрываю тут машину, они так эпично выглядят. Взрывы. Не взорвутся. Короче. Не, я понимаю, но я сейчас перезайду, блин, ну это вообще круто. Я поехал искать тачки. Давай, я перезахожу. Так. Так, первая о. тачка. Я забыл, кстати, включить запись после того, как перезашел, но вот она. Первую тачку мы нашли, ребят. И у нас целая делегация из эвакуаторов. Мы наконец-то... Я открыл бутылку шампанского и даю ее тебе, чтобы ты мог присаживаться. Только после тебя. Нет, спасибо, я не занимаюсь таким. Я не пью вообще. Я спортик. Так никто пить и не предлагает. Как кама-пуля, спортик такой. Ша! На! Чего? Ну кама-пуля. Кама-пуля. Ты не знаешь кама-пуля? Кама это резина такая есть. Парни, он не знает кама-пулю. Это бандит такой. Дерзкий. Да, смотри, пацанскую какую притянули. На разварочках она, да? Или на развалочках? Да ёпта, блин. Ты что делаешь? Да там же, понимаешь, оно автоматом открывает меню, когда ты сюда приезжаешь. Иди вытолкни. Парковку, блин, бог. Иди вытолкни, Михаил. О, нормально. Лол. Да как тебя сдал, долбанный ты кусок говна? Дашь денег. Блин, я ему тачку починил, зачем деньги еще ему? Там же красное пятно какое-то, нет? Да, надо перезаехать, наверное. Так. Сдать. ПДД. Все. О, красавчик. Нарушение правил парковки слишком длинное, написано название. 4.1 УКРФ. У нас ПДД просто. Мы не паримся. Че, сколько дали денег-то? Что-то косарь вроде бы чем-то, я не помню. Да, косарь 29. Не забудь, да лямбу нифига потом. Нифига, меня аж в сторону кидануло, походу, от потока ветра. А, да лям тебе дать? Ну, конечно, ну потом кинешь. Я так просто давай, записываю. Давай сейчас тебе найдем тачку. Я записываю просто, типа, косарик, там, чикс, записал, нарисовал, короче. Опа! На! Ты втащил ему? Такое ощущение, что нет. Я даже не почувствовал. Тебя аж дверь отвалилась. А, ее и не было. На, сиганул, как, смотри. А что это за... Это что, Раптор, что ли? F-150 Раптор, походу. Что-то я не видел в продаже его. Ну, какой-то читерский, админский. Как будни. Не знаю. Админские. Сейчас он тормознет. Опа! Вон машинка стоит какая-то. 150, да. А, нет, его прессуют уже. Это сломанный на бочке. Куда ты? Это поп, походу. Снова какой-нибудь. Попалище. Да? Я думаю, что да, попалище этот. Тут все глухо, тихо. Ты смотри, что, а? Некому это, как говорится, придраться. Да вообще, ну обычно, что ж помнишь, сколько тачек валяется. Угу, угу. А иногда мы даже не смотрим, что валяется, просто берем все подряд. Не, ну понимаешь, штраф 15 косрет. Ну ладно, ладно. Торт.
Хьюмидор. Смотри, горит! Полицейский участок. О! Пусть горит. Нифига себе. Это, походу, твой кабинет горит. Тебе историю браузера не придется чистить. Ну ладно. Ну все, сгорит, типа, понял? Так. Волга убитая ехала, 24-ка. Я вообще не понял, думал, копейка какая-то. Поехали в город, наверное, туда, по мосту надо было ехать. Это ж тут вообще глухо-тихо, ничего нету. Все вымерли. А мы сейчас тут посмотрим. Так, это что такое? Окушечко нет? Ну, окушечко на обочине. Нет, нет, на обочине. Плюс у него денег нет. И это тоже на обочине стоит. Ты смотри, какие законопослушные все, а? Может быть, они научились, ну, типа, увидели, что мы вытворяем, и все такие ребята, типа, нет, лучше я на обочину поставлю, ну его нахрен. Наверное. Давай, наверное, сейчас налево уходи, и мы поедем туда, на мост. Это ж тут вообще глухо. Никаких да. нарушителей, ты представляешь? Вообще никаких нарушителей. По-моему, направо надо было, не? Мост. Ну ладно. Здание ДПС горит, кто-то пишет. Смотри, передаю привет механику Алекс Фрешу. Спасибо, тебе тоже, Эдуард. Эдуард и... Да, спасибо тебе, Эдуард. Когда серия? Ого, а вон в лесу машина стояла, вот в лесу же неправильно парковаться. Газелька была такая же, как у нас. Вот что ты с ней сделаешь? Ничего. А нельзя такую, да, забирать? Нет. Я просто не успел увидеть, у меня зрение не настолько быстрое, как у тебя. А там что? А, там кто-то просто стоит в поле. Так, ну-ка, давай, давай, внимательно прямо, внимательно. А я думал, возле больнички смотри, будет давай, интересное. Внимательно смотри. На тротуаре. Опа! Ну, это такси. Это такси. Блин, да что ж такое-то? Можно по той трассе, как ехать к нашей банде, мне кажется, там что-то будет стоять. Можно туда. Можно туда, да. Причем там вот этот поселок же есть. Есть же поселок, знаешь? Напиши еще раз сегодня, то он далеко был. В серии выйдет сегодня, но не это, а предыдущее. Каев. Каен. Лучше Каен поставь перед домом. О, нифига, светло стало. Плюс 18 в области, так лето у нас, а я думал зима уже. Вон, смотри, тачки тебе на угон стоят. Да я видел. Там, по-моему, почти все бандитские. Это что, едет автобус? Да, зеленый. О, зеленый, отлично. А где казино? Ты говорил, у казино часто тачки стоят. На казино мы проехали, вот там, где куча их стояла. А, все понял. Это и было казино. Я предлагаю еще заехать в поселочек, где ты угонял, где я угонял машины. Да, потому что там, скорее всего, будут валяться, где попало. Именно, там же дорожки такие узенькие, и вот, может быть, кто-то завалит машину, типа, бросит просто. Как вот, смотри. Ну, за парик, Михалыч. Опа, ни хрена себе. Чё, канистра? Слышь, а это не тот бомж, который меня пробовал видеть. Он ошалел, мне кажется. Думает, блин, что такое? Я из него сейчас жаркое сделаю. Я из него сейчас лайк сделаю. Главное, чтобы не дизлайк. Так, ну блин, прям вообще глухо-тихо, ты понимаешь? Одна тачка. Это не серьезно. Это вообще, заворачивай. Подворот делай. Да нет, надо тут проехаться. Подворотик. А потом подворот сделаем. Во, вот, что это? Ого. А, они едут. Пусть стоят. Сколько там их напичкано. Смотри, пишет МБ целочек кадри. Понимаешь, сколько их там торчит, лучше к ним не цепляться вообще. То есть твоего калаша не хватит на всех, так я понимаю? Ну, ты не вывезешь за базар. Понимаешь, смотри, иксов куча, гелик 6x6, Rolls-Royce, все подряд. То есть у них и бабки есть еще к тому же. Вот отсюда бабки я угонял.
Вот отсюда я угонял X, видел? Угу. Ну, хреново здесь дворик. Мы как падальщики такие. Вот, что-то стоит. Нет, он нормально стоит. Ну, я не знаю, тут такое. Очень спорно он стоит, на самом деле. А что, кто-то стрельнул? Или так показалось? Непонятно. Я тоже подумал, что кто-то стрельнул, но вроде... Так, а эти... Дядь, они тормознули, на заправке вышли все, по-моему. Да? Я понимаю, что это как бы, ну, типа сурово, понимаешь, но черт возьми. Где заправка? Вот здесь, налево. Понимаешь, да? Нет водителя. Стволы наготове. У них стволок за поясок, как бы. Если они готовятся стрельнуть. Но машина стоит явно не по правилам. Смотри, целятся. Но не стреляет. Давай! Ну ты это покажет, бомж. Пошел! Нет, дядь, ты ошибку сделал! Сука, ты ошибку сделал! Ну нахер ты это сделал, твою мать! Ты чё, блин, ну зачем ты так сделал, объясни. А как, надо было их давить? Просто проехать вперед, ты бы не задавил их, ты бы растолкал их. Пипец, ты вообще обосрал всё. Надо было тебе ментом становиться, ты ж не хочешь. Ну я думаю, что уже придется мне, наверное. Надо, ты более такой. Более мент, настоящим, да? Мусором был бы. Понимаешь, я-то мент, а ты именно мусором был бы. Ребят, напишите в комментариях, как вы считаете, стоит мне примерить на себя это, китель мусорской, полицейский. То есть не мента, а именно мусора. Мне вот кажется, что ты будешь именно мусором. Такой, как вот в фильме «Продажный полицейский». Да. Или как там вот фильм называется? Или «Плохой полицейский». Как называется фильм? Такой прямо... Прям вот про ублюдка такого полицейского. Я забыл, как называется. Я нашел тачку. Давай в участок. Тачка на нашем любимом прямике. Так, я прилетел. Сейчас возьму жизни. Ой, оружие, на всякий случай. Тут пожар прям внутри здания. Ну, да? Мне нужно взять оружие. Здание прям внутри горит. Серьезно? А я могу к тебе тпшнуться? Какой у тебя ID? 50? Да. Я хочу посмотреть, как это горит. Просто интересно. Да, я внутри. Я только прям в полу застрял. Оно горит тут все просто. Блин, охренеть. А все бегают такие, типа... Нормально, да? А где ты берешь пушки? А там в этом... Нет доступа у меня. На складе. У меня нет доступа. Вне зоны доступа. Ты же менты такие в шоке, короче. Ты где? С О. Ты где? Сейчас выхожу. Ну давай. Привет, Ютуб. Привет, Дмитрий Чижов. Так. Привет. Что, оружие дать? Он, да, есть. Это, но он мне писал. Да тебе не надо. У тебя он... Я добазариться. Ты можешь лбом просто разгоняться и лавочки разбивать лбом. Да я добазариться могу всегда, понял? Я показал свои пушки, базуки. Опа! Наш пассажир. Тем более банда. И вон еще один стоит, смотри как. Так, ну тут дороже, за тут больше денег дадут. Давай тот забирать, пассат. Это пассат какой-то. Мне пассать на твой пассат. Забирай пассат. Он причем на ходу вроде бы. А потом за шахой на... А, шаху он забирают уже, кажись. Да? Я так понял, что шаху да. Шаху забрали, да? Ну я так понял, что да. Не вижу, но походу забрали. Ну должны были забрать, потому что шаха стояла хреново. Не, шаха ужасно стояла, хоть она и сломалась, как бы, ну типа чувак, наверное, ни при чем. Но он, блин, попал в аварию. А это что за езда тут? Это наверное, этот... монах. Я думаю, что монах. У монаха можно из леса забирать. Вообще по газонам ездить нельзя, если что. Нифига по встречке. Опа! И прям тут, вообще, давай, нормально. Это молодец парень, да? Вот, ну, нормальный чувак. Просто красавчик, если честно. Не, у этого шахи нет. Мне писали.
О, 1400. Так, калькулируй. 1400 еще? Да. Ага, скалькулировал. Итого уже 2400 у нас заработано за сегодня. Сейчас еще будет. На косарик, я думаю. О, смотри, тут колесо пробито, вот что оно стоит. Так а что, ну, ехало бы дальше. До шиномонтажки можно доконать. Вон С4 стоит аудюха, видишь? На штрафстоянке. Белая. Скример, 1100. Дример. Да, четвертая в натуре. 1100. Итого уже сколько? 3500. О, отлично, сейчас еще шаху заберем. О, бабки текут рекой. Видишь, как надо зарабатывать? Менты вообще тут живут сладко, я так понимаю. А кто может взять меня? Мне надо же быть не этим, не бандитом. Не знаю. Бандитом мне не быть. Второй аккаунт надо, как у меня. Да ну. Бандит, один гражданин. Один механик, другой мечаник. Ну ладно, я посмотрю. Опа, опа-па. Ну шохер оттолкали. А монах, что? Посмотри, где стоит. Это тротуар вообще-то, он на тротуаре стоит. Не, ну я-то понимаю, но надо такие же. Опа! Ну, ты видел? Ну как такое? Ну ты всех просто пропускаешь. Вот я бы, будь ментом, я бы всех, каждого просто засадил. Это что тут творится? Без водителей стоят. А ты понимаешь, так. Вот ты того пропустил, этого пропустил, а это же бабки. Это же все бабки. Ты что делаешь, дядь? Хорош, ты че? Это дрифт. Это дрист какой-то, а не дрифт. Короче, едем тогда на мост, последний кружок. И все. Да? Да. Вот ментовскую взял, забрал. Опа! Дарян, чувак, на Таврии просто, походу, умер там уже. Но если он умер, можно тачку его забрать. Но не виноват, эти стояли так. Я он вымер. Он не умер, он вымер. Че это на гелике? То там стоит, то там стоит. Он какой-то. Это другой гелик. Два гелика. Опа-на. Тоже денежки? Опа-на, я не знаю. Нет. Спортмастер плюс. Так. Ну что у нас? Что? Ну что, глухо, тихо. Полная пустота. Мне нужна хоть какая-нибудь машина. Стал зеленый. Расчетливей из-за кризиса. О, нифига, тут цвет асфальта другой. Слева. Ну откуда? Сейчас за парик чуть не въехал. Тут все по правилам. Мы сюда поехали. А и тут что? И до участка. А тут вдруг тоже что-то будет. А типа ты решил круголя? Да, круголя дать. Кругаль. Рогалик. Ну тут что-то глухо. Да вообще что-то все какие-то слишком приличные. Ну, вы имейте совесть. Нам-то деньги тоже нужны. Назад. Что-то там было черное. Или мне показалось. Стояло. Да? Да. Ты уверен? Наверное. Ответишь? Ну, я уже... Ну ладно. А там что? Нет, там непонятно. Блин, вообще глухо. Ты понимаешь, что тут не выжить просто, если ты законопослушный полицейский? Да. Если ты предлагаешь угнать самую дорогую тачку. И сдать ее на штрафстоянку. Ты посмотри, вот пока ты... А это наш Кент, который с нами катался. Нет, это Жак Голд какой-то. Не, Эмиль, вот этот, которого мы тачку ремонтировали как-то, помнишь? Это его машина. Ладно, не будем забирать. Москвич там стоит тоже 20 тысяч рублей. Да? Ну да. Ай, нет, это на заправке. Нормально. Ну, запарик нет смысла. Тем да, более он с человеком. Еще один запарик. Да пирожок тоже нет. Пирожок, творожок. Смысла нет. Поехали по дворам. Ну я бы на тротуарах, которые стоят, тоже забирал. Ну я бы, которые вот перегораживают вход в подъезд, вот, например, как вот этот.
Я бы тоже забил. Ну это такое тут как бы, ну. Ну тут что, никто не работает, ничего нет эти. Газпром. Да ё-моё, ты посмотри, вообще никого нету. Почему они все начали культурно парковаться? Зачем им это вообще нужно? Может, там администрация рассылку сделала, типа? Типа, Алекс и механик карают? Да. Стой, Марика пишет. Слушай, стой. А тут же наш дружок был постоянно, помнишь, вот здесь? Какой? Я не помню, на чем, но на чем-то был. Двухсотка и этот, и 140-й. Да? Да. Угоняли и то, и другое. Ну ладно. Едь за мной, кто-то пишет. Это чувак на иксе пишет. Поехали за ним съездим. Вон что-то стоит, вон стоит, направо, направо. Направо, опа, нах. Это гелик. Что-то стоит. Чувак рядом стоит. Как бы, ну... Покашет. Ну, как бы вот сам напросился, ну, мог сколько бы и отъехать. Покашет? Не знаю. 37 минуту, минуту. 57 уже. Сел в машину. Он думает, вот это мне повезло. Да? Только что, наверное. Фартануло так фартануло. Фартук, блин, в масле, ну, у него. Нормально заметил. Подрезать еще хотел. Мудень. Поехали. Давай. Поехали, поехали. Сейчас посмотрим, куда он нас ведет. Прикинь, привезет нас на стройку, на старую заброшенную. А там 10 машин стоит. И все нет, со стволами. Ну кому чего? Блин, я его уже не вижу. Он прямо едет, я по карте вижу. Я тоже по карте вижу, но так по-другому я его не вижу. Ну и я тоже. Он быстрый, шустрый. Повернул. По-моему, поворот немножко проехал. Сейчас такой, дай денег. А ведь спавн был. Короче, тачка, походу, стояла. Может, поэтому ни одной нет, что респаун? А-а-а, ну может быть, да. Когда я перезаходил, кстати, был. Пусть мигалка, я слышу. На мотке, наверное. Че, есть полицейский моток с мигалкой? Ну, походу, да. Так. Ну, короче, ну, блин, давай, до участка, до участка, да, и... И все. Да, небольшой улов, всего лишь 3500. 3500 тоже что-то. Правильно? Ну, наверное. В прошлые разы можно было по пятаку заработать просто там. Опа! Опа-па! Он сразу в тачку. Я думаю, что если бы ты поторопился, ты бы успел, если это честно. Этот злой какой-то в рубашке хочет, походу, подраться немножко. Вот этот? Данил? Да, вот это Даниэль, да. А с чего ты взял? Он кулаком лупил, когда мы мимо проезжали. Да? Ходит такой, смотрит, да? Ёб твою! Чё это творится? О, потерял. Давай, успей, давай, давай, давай. Битва этих. Что сможешь, нет? А, блин, он сидит. А. Так, ну. Ну я не знаю, ну мне гелик, вот я тебе тогда еще сказал, он стоит вообще как-то непонятно как. Но ты говоришь, что типа так можно. Ну, если ты говоришь, что так можно, значит можно. Ну вот это вот так нельзя, как вот это. Но он. Напиши, выйди из машины, надо поговорить. Кому? На чем? На Тойоте. Там бомж сидит. Да? О, ты видел, меня чуть не сбили. Ты куда-то бежал? Вот он, на Тойоте. На какой? Да вот, крузак сзади меня. Нету сзади тебя крузака. У меня есть. Вот он его тащит этим.
А у меня вот он стоит. Иди сюда. Вот здесь никого нет. Или есть. Бомж да не вот за рулем, он. Бомж не за рулем. Он сзади сидит, но не могу заатачить. Ну, как бы я мог его кикнуть. Но не буду. Нет, вот он. Вот здесь. Вот где я, ты видишь, где я? У меня нет. У меня там пусто. Ну ладно, пофиг. Подожди. Вот, 143-й айдишник у него, да? Подожди, дядь, я кое-что придумал. Кикнуть его? Нет, дядь, смотри. Ты понимаешь, дядя? Ну, я вообще на самом деле этого не вижу, поэтому, ну, я вообще без понятия. Камеры туда не смотрю. А, ну... О, бомж вышел. Ну, как бы посмотри, тут гелик стоит прямо на дороге, дядь. Ты видишь? Подожди, а бомж вышел? Где Тойота? Вот она. Она пропала. Не, вон она, вон она. Появилась. Но тут гелик на дороге прям стоит. Такой гелик. Бомж только что вышел, кстати. Я опять сел. Ой, он, что я сделал? Он опять сел. Посмотри, что я сделал. Она под этим, что ли, появилась? Да. Ну, забирай гелик, который стоит посреди дороги. Черный он. Черный квадрат. Он что-то лагает. Слышишь? Лагает. Подожди. Ну, забери пока гел. Я сейчас по чуть-чуть вытяну. Он сидит там, ты не сможешь вытянуть. Да, а как ты вытягиваешь? А он сидит там в машине. О! Ёб твою! Ля! Это боевая газель. Не знаю, мне кажется... Все, слышь, гелик оттелепортировали уже, пока ты это щелкал тут лицом своим. Да мне-то что? ГТР куда делся? Я только что стоял. Заедь под этот, под мост. И забери из-под моста его Тойоту. ГТР только что тут стоял, видел? А, лол. Лол, где она вообще? Она именно жестко в текстурах. Ля, мусора пидоры пишет. Кто, вот этот? Не, ну в принципе так-то, ну чё, как бы, ну... Имеет место быть некоторые, в принципе. Понимаешь, так, ты просрал гелик и просрал Тойоту. О! Поехал там наш этот. Она дымится, то есть, в принципе, её можно... Под текстурами. Надо, я сейчас напишу, чтобы он попробовал вылезти из машины. Ты прицепил? Сейчас взорвется все. Расстрелять его. А че у него машина не взрывается? Какого хрена? Давай. Он вышел из машины, я его попросил. Он вообще вышел, походу. Да он хоть цепляет чуть-чуть, нет? Да вроде бы типа цепляет. Подождите несколько секунд. О! Давай. Где крузак, наверное? Давай еще. Да тихо, не ездите по крузаку. Подожди. Вот владелец крузака пришел. А может его наоборот надо вверх тянуть? А мы ж не можем сзади его потянуть. Да, только спереди. Да. Да чё, подождите несколько секунд. О! Да ёпте. Да в смысле, подождите несколько секунд. Сколько можно ждать? Что стой, у меня крузак твой. Это моя, горит. Да, мы вытащить пытаемся. Мне он нужен, это просто джекпот сегодня будет. Джекпот ты просрал уже как бы. Но ничего. Думаешь, нормально за него дадут деньжат? Наверное. Отвалят, да, как бы? Блин. Подожди, а что если его куда-то в сторону тянуть?
Я и говорю, попробуй как-нибудь чуть в сторону. Ну ты понимаешь, что этот чувак сразу сядет? Он уже сел. Ну, пассажир сел. Но он сразу... Опа! Она туда куда-то вылазит начала. Взад. Она сейчас под мостом появится. О! Быстрее! На! Быстрее! Все. Да он за рулем. Отремонтировал? Я ему не ремонтировал. Вот тебе и джекпот. Вот он! Кто? Умер? 131. Не знаю. Надо этого добить. О, подожди, крузак что, стоит? Не отремонтирован? Не, сидит в машине. Вот, смотри, вот раз. Он вышел. Подожди. Что, поедет? Не хочешь ехать? Ну, не работает, наверное. Он просто не дымится нифига. Так, вот эту штуку, если водила сдох. Ну, судя по всему, сдох. Давай, забирай. Шикарно. Да, он как бы мудло. Много. Мудло такое был, небольшое. Вот гелик твой любимый стоит. Ну, как вот. Бы он уже не по правилам стоит. Четверочка. Тоже на дороге прям висит. Блин, ну такое, знаешь, типа... Это что за мигающая текстура стояла? Ну, кто-то, видимо, остался там. Так. А может мне ее починить, слышь? Может она это больше будет стоить? Не знаю, вон X ты хотел, он в кустах стоит. 497. Сейчас я попробую, подожди. 497. Вдруг она дороже станет. Как бы одно дело, когда привез ты говно разбитое, другое дело, когда новую тачку. Он не печатает. А, 4. Сколько? 918. По-моему, блин, выгоднее разбитую привозить. 900. Ну, 900, короче. Так, ну я там видел, в принципе, X в кустах. Итого уже 400. Если хочешь, это будет лично твой. Вот как механик любит делать. В смысле? Чё ты чё такое базаришь, как я люблю делать? Ты чё, охренел? Ты ж предлагал. Ну я просто бабки хотел заработать, слышь. Ну там четверка вообще-то стоит, слышь. На дороге стоит. А вот их стоит. Ну бери его. Слышь, а он и без номеров, и без нифига. А он и не берется, да? Нет. Ну, странный какой-то. Вон шестерочка прям на дороге. О. И четверочка еще такая была, и шестерочка. А шестерку, кстати, эту мы видели, помню? А она не берется тоже. Так она дальше стоит, еще назад сдай. Ее мэр снес. Нет, она сзади стоит. Сдавай назад, я скажу. Я тебе не вижу ее. Ну еще сдавай. Еще. Стоп! Оттащит? Да. О, появилась. Прикол. Видишь, я как это. Че он пишет? Фрэш. Механик-лидеры. Лол. Ты чё, иди топчи его. Сейчас затоптаю. Я затоптаю его сейчас. Смотри, бежит. Затоптать. 230-й айдишник. 230-й у него айдишник. Сейчас его давить буду. Дави, суку. Где он там? Да вот, 230-й. Ты меня сбил, кстати. А вон он в лес так побежал. Сдохну. Он в лес побег. Мочи паскудину. Топчи. Да не могу поймать, он шустрый как пидор. А, блин, Жигуль отвалился. Да хрен на Жигуля, давай этого ублюдка мочить. О! Красавчик. О, прям в башку ему кто-то зарядил. На Мерсе всех тоже давит. Куда он делся? Не знаю. Вышел, походу. Это зараза. Очкодав. Ну что, я думаю, что на этом будем заканчивать тогда. Ах, проучили очкодава.
Ребят, на этом серия заканчивается. Ставьте лайки, пишите комментарии, если вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Механик Алекс. И всем пока. Пока-пока, ребят.